Ой, а я вас даже и не заметил. Ну что ж, давайте начнем первый выпуск шоу iNews. Если кто знает, пишите в комментариях. Ладно, не буду вас томить и сразу объясню, что такое iNews. Я выбираю три новости. Это интернет, Россия и мир. Кстати, у нас будет интерактив, где вы должны, ну, написать свои вопросы в комментариях. И в следующем выпуске на самый лучший вопрос я отвечу. Да. Перейдем сразу к первой новости. Сразу первая новость – это Россия. Я узнала о этом случайно, рыская в интернете, хотя это очень странно. Кстати, Саша Грей получает гражданство в России. Теперь я могу предположить, что секс в России возрастет на 90%. Но не настолько, ведь некоторые мужики не любят же делать это своими женами, как Гена Букин. Почему же вы спросите, что на 90%? Ну, наверное, потому что при этом деле все мужики будут одевать на головы своих жен маски Саши Грей. Ну, представьте, какая популярность. Ты отъебался от Саши Грей. Я не знаю, зачем это надо Саше Грей, ведь французов у нас уже до хрена. Уже один есть француз российским гражданством. Еще американка. Да. А еще, да, будет Джеки Чан? У нас и так китайцы до хрена. Ну ладно, несомненно, перейдем к новостям интернета. Джастин Бибер был в России. Пойду вскроюсь. Только что сообщили, что если я вскроюсь, то некому будет вести эту передачу. Ну ладно. Я понимаю, два неинтернационального гея на одной сцене. Я не хочу обосрать Руму Желуди или Бибера, но... Блядь! Пишите свои комментарии насчет того, что Джастин Бибер был в России. Вон там, внизу. Ну и то, что у него пел Рома Желудь. Я не буду заострять на этом внимание. Я перейду к следующему новостному эдикшену. Сказанул. Следующая новость – это новость мира. Меня видно, да? Это Xbox One. Я не говорю, что я буду его покупать, потому что я уже, ну, как бы заказал его, и уже в следующем году он ко мне придет. Если же вы хотите подробнее посмотреть о этом Xbox, то зайдите на сайт kedr.com, если вы знаете, что это такое. Киевские пацаны, лайк вам. Кедровские. Зайдите туда, и вы посмотрите что-то. Типа Даниле, Васе, Пете, Кате, Тане, Даше, Марине, Лехе, Пете, Сане. И я тебя не забыла, Арарат. Пока. Не забывайте, что каждый вторник выходят эксклюзивные серии iNews.